Еще об одном довольно необычном производстве, особенности пчеловодства в Тверской области обсудили в пятницу участники практического семинара, который состоялся в центре «Мой бизнес». Среди участников как сами держатели пасек, так и приглашенные эксперты. Наша съемочная группа расспрашивала их о проблематике ведения этого бизнеса. Традиционно пчеловодческими в нашей стране считаются южные субъекты, а также ряд других регионов, например, Башкирия. Однако на самом деле и Верхней Волжью есть чем похвастаться. Тем более, что в Тверской области производится уникальный мед. Наша Тверская область обладает уникальной флорой, которая позволяет каждому пчеловоду иметь неповторимый мед в радиусе 2 километров собирать. А это в частности темные меда. И это падевые меда. Однако мало произвести мед. Надо еще и найти на него покупателей. Здесь тверские пчеловоды не ставят перед собой задачу выйти на полки сетевых гипермаркетов. Надо сделать так, чтобы рядовые люди сказали: «Тогда мы идем к вам». То есть ставка на столь модный сегодня агротуризм. Когда человек, помимо того, что он едет отдыхать, наслаждаться природой, он получает и качественный продукт в виде меда, пыльцы, маточного молочка и едет всей семьей. Кроме практического семинара, здесь же состоялось и вручение дипломов слушателям курсов, которые для желающих стать пчеловодом проводит Тверской институт переподготовки кадров агропромышленного комплекса. Там с радостью отмечают, что профессия молодеет. На протяжении 5-го потока у нас средний возраст пчеловода, который обучался у нас, составил порядка 37 лет. То есть это очень хороший показатель, потому что все пчеловоды – это 70-80 лет, которые остались такие матерые, как говорится, пчеловоды. Но при этом количество, среднее количество пчелосемей на одного слушателя у нас сейчас увеличилось с 15 до 27. Треть из получивших дипломы – представители Верхней Волжи, что вполне логично, отмечают эксперты. В отличие от южных регионов, у нас не так развито растениеводство, а значит, почти не стоит проблема применения гербицидов, из-за которых случается массовая гибель пчел. Поэтому в Тверской области есть все условия для производства уникального и экологически чистого продукта.